Я сегодня гулять не пойду. Всем доброе утро. Ну, я одна пойду гулять. О, так оставь. Я только недавно встала. Давай, пока себя собрала. Ваня, что за весомый аргумент? Весомый? Вот люди, учите русский язык, пожалуйста. Ну, неграмотные люди, которые пишут с ошибками. Ну, это так ужасно просто. Весомый. У тебя от слова весы? Весомый, он вес имеет, понимаешь? Поэтому он весомый. Пишется через Е. Аргумент. Помогите мне, пожалуйста. Или я сейчас разберу. Какой аргумент, Ваня? Так, короче, все. Пошел, брал учебник. Словарные слова. Все за пятый класс. Давай русский язык учебник сюда. Словарные слова все иди учи. Тебя учительница спросит. Все, что угодно. А не только это. Сегодня целый день ты мне будешь писать словарные слова. У одного уроки проверишь, другому попу подмоешь, кофе уже холодный. Я думаю, у меня дочка обкакалась. Это сыр так пахнет. Капец, я думала, дочка обкакалась, а это сыр. Сыр пахнет, как дочкины какашки, я в шоке. В общем, что я могу сказать? Надо учить русский язык всем, кто его не знает. Потому что это как бы сразу отбивает желание общаться с человеком. Неграмотность это. Что ты соусом сделала? Ну, сжала его? А зачем? Я люблю чипсы с соусом. Но дочка мне его есть. Соус со вкусом сметаны. Такого соуса я не ела. Но нежный такой. Не, я снимаю. Не могу. Не могу встать вот так. Время полпятого, даже больше немножко. Только первый раз пью кофе вообще. Надо я это купить масло. Это не масло, это сыр, который вот. Тащи. Так вот он, который пахнет как раз как твои какашки.